Вы же понимаете, да? Будьте счастливы. Спасибо. Я полгода назад познакомилась с одним человеком, традиции, как ваша традиция? Да, духовные темы, получается, что у нас такая не совсем правильная ситуация, что у меня все стабильно, по заработку, что он сейчас приехал ко мне за финансовой, как бы... Не балуйте его деньгами, а так он хороший, добрый. И мы как бы переживаем оба, потому что понимаем, что это как бы неправильно, и он не так сможет, ну, нормально зарабатывать, и мы имеем деньги, разрешение на работу. Вот мы думаем сейчас, например, депутатский брак, чтобы у него было разрешение на работу. Но как-то вот оформить брак официально, ну, они немножко страшно, потому что нет такой уверенности. Ну, действуйте постепенно. Здесь исключение из правил. Просто не привыкайте так жить. Это может погубить судьбу. Ну, хороший человек просто, ну, как бы... Сейчас всегда так все перевернуто. У женщин часто лучше финансовое положение, чем у мужчин. То есть он не должен так переживать? У него будет постепенно улучшаться его финансовое. Он не быстрый, понимаете, с точки зрения деятельности. Он такой текущий человек. Им надо время, постепенно. Он как бы он не ленивый человек, просто он не быстрый с точки зрения успеха. Не быстрый. И вам такой быстрый не положен. Поэтому просто примите его. Но если вы не распишетесь с ним, то он не будет чувствовать себя хорошо. Не будет устойчив, он так будет висеть. То есть сейчас правильно оформить этот брак, гражданский, чтобы у него были документы? Это даст ему право? Правильно, а потом вы оформите такой же нормальный. Надо все равно друг друга узнать. Вы тоже как бы не быстро с точки зрения личной жизни. Вам надо все разобраться в человеке, понять его. Ну и разбирайтесь, никто вас не так. Просто запомните такую вещь, если у вас гражданский брак, не надо с ним строить близких отношений. Стройте, когда у вас будет нормальный брак. Иначе вы испортите отношения, не будут они нормальными, вы не будете друг другу доверять. Нужны гарантии, понимаете? Нет гарантии, нет отношений. Вы не дадите ему гарантии, он вам не даст гарантии. Что за жизнь? У вас так уже было. Чем больше вы боитесь человека, тем хуже. Надо бояться, это опасно. Надо принимать человека, терпеть. Ну, вас никто не торопит, просто вы, если гражданский брак, не надо близких отношений строить. Это привязывает, потом начинаются проблемы у него или у вас, у кого-то выстрелит. Вот представьте, допустим, вам подарили коробку фиников, ее нельзя открыть. Она лежит у вас, вы кушать не можете. Неприятно, правда? Это гражданский брак. Нету гарантии. Гражданский брак не дает гарантии. Сердце. Человеку. Решили? Ну, вы спросите. Приехали 11 лет назад? Ого! 11 лет назад. Семью мы не создали, очень много мы совершили ошибок. Это результат вашего развода. То есть вы бросили мужа, получили ответ от Бога. Да. И у нас родился ребенок там.
Я ставила условия. Это уже два ребенка у вас. Да, у меня два ребенка. Я ставила условия, человек не хочет на себя брать ответственность. Но вы сейчас вместе все еще? Почему? Ну, за 11 лет у нас нет ни своего дома, у меня есть своя квартира, мы всегда рассчитывали жить в ней. Но я так снимала для нас квартиру. Потом я поняла, что человек не стремится, он работал первые, наверное, 6 лет вообще. Ого. Потом он... На ваши деньги жили? Да. На сегодняшний день он очень часто меняет работу. То есть он не устойчиво. И я когда поставила условия не выполнились. И я отошла. Но... Посмотрите, вы должны понять, это касается всех. Большинство людей такая судьба, что если человек переезжает на Запад, у него в семейной жизни становится тяжелее, а в работе лучше. Понимаете? Ну, это касается всех. Так работает судьба просто. Если вы из России переезжаете с Украины, переезжаете в Европу, то с работой становится лучше, с личной жизнью хуже. И это значит, что здесь вы не найдете себе стабильные отношения семейные. Ну, то есть этот вариант для вас нормальный с точки зрения вашей судьбы сейчас. Если вы хотите семью, то опять назад надо. Туда. И там будет возможность выйти замуж, а здесь возможность работать. То есть у вас нет такого, чтобы все было сразу. Я приехала очень благополучно, устроена, но потом как-то вот познакомившись с ним, все началось у меня меняться в жизни. Я потеряла другие вещи, как-то пошли не так. Это не от него касается, это касается вашего периода в жизни. У вас был тяжелый период. Сейчас у вас нормальный период, сейчас все восстанавливается? Да, потихоньку. Ну, сейчас у вас хороший опять период, это все от судьбы зависит. Я хотела закончить, я начала заниматься, ходить в лес, и в лесу я познакомилась с человеком. Интересно, вместе бегаете, да? Мы оказались рядом на одной тропе, то есть он тоже ходит каждый день, сначала мы просто ходили мимо друг друга, потом мы поздоровались, потом просто познакомились. И до сих пор продолжаем ходить, но уже... Но он женат или нет? Нет, он не женат, он свободен, он каждый день тоже в лесу, режим дня у него, ну, вас он не слушает, как-то, видимо, сам. Чего? Вас не слушает, сам, видимо, как-то. Ну, некоторые люди чувствуют, как да, надо, да. Я хотела как-то это... Он работает? Да. Ну, он уже взрослый, 10 лет старше меня. У него есть... Это такой вариант тоже у вас есть. Если сильно старший человек, то такой вариант есть в вашей судьбе. Может быть брак, или сильно старший, или не работает. Ну, то есть, что-то надо выбирать. Ну, в принципе, у нас потихоньку очень осторожно строим отношения. И мне кажется, то он с вами потихоньку, или вы с ним потихоньку? Оба. Ну, нормально. Нормально. Вы должны понять одну вещь. Он получил серьезную травму психическую от отношений с женщиной. И он боится женщин просто сейчас. Такой очень чувствительный человек. Какая у него национальность? У моего, которого я долго... С которым бегаете сейчас? А, с которым бегаю, с славянской национальностью. Ну, какая конкретно? Кто? Я не знаю, русский. Да? А перед этим был румыни. Ну, он очень чувствительный человек. Он не похож на русского сильно. Такой чувствительный, очень... Ну, как западные люди все, очень чувствительные. Им очень трудно будет войти в отношения, но как бы надо с ним аккуратно себя вести, по-доброму, мягко. Я это чувствую, что он осторожен. Возможно развитие отношений? Возможно, медленно, но возможно. А вот предыдущий мужчина с ним...
Ну, тяжело все, значит, что? Он преследует меня постоянно. Он не доставил вас? Нет. Постоянно мне какие-то там преграды ставили. Все это как-то не очень. Ну, вы разбаловали, вам надо было его воспитывать. Наставить условия, строго себя вести, слишком много не позволили в жизни. Сейчас уже что сделаешь? Он привык так жить с вами. Ну все, тема закрыта, вы же уже нашли себе другого, чего вы меня спрашиваете о том? Нельзя так вообще мыслить. Есть один человек, с ним строить отношения, есть другой с ним, нельзя два сразу, это неправильно. Ну все, тогда что вы меня спрашиваете про него? Что вы меня спрашиваете про него? Вы же знаете, что вы не будете с ним жить. Почему спрашиваете тогда? Причину с вами классно же. Работаете, он не работает. Все, супер. Как причина. Сейчас он ребенка. Все, моя хорошая, мы ни о ком плохо не говорим. Если человек для вас причина вашей проблемы, вы проблему не решите. Проблемой является судьба. Вы молитесь, побеждаете судьбу, принимаете судьбу в своем сердце, прощаете человека, и тогда ваша жизнь будет налаживаться. Если вы человека не любите, если против него думаете, то между вами будет трещина увеличиваться, ребенок это будет чувствовать, он будет страдать, его будет трясти. Поэтому решите эту проблему. Вот почему вы меня спрашиваете, потому что для вас это проблема. Вы не решили ее. Вы обижены на этого человека, плохо к нему относитесь, а надо простить. Вы сами его приняли в свою жизнь. Никто вас за уши не тянул. Мой молодой человек живет в Америке. И он хочет, чтобы я переехала в клуб. Мы знаем друг друга год, но виделись редко. Но постоянно каждый день у нас контактов в близке. Ну, я не вижу проблем. Просто работать вам там будет тяжелее, а личная жизнь лучше. Он переживает за финансы. Он немножечко сейчас это все растягивает. Финансы, когда вы переедете к нему, у вас финансы лучше не станут. Хуже станут. Личная жизнь лучше, финансы хуже. Человек всегда, он может только одно выиграть. И личную жизнь, или финансы. Все вместе очень сложно, редко бывает. Ну, то есть, можно переезжать. Можно переезжать, выходить замуж, но у вас будет там облом с работой. По вашей судьбе вам там очень трудно будет и устроиться на работу. А если устроиться, трудно будет работать. Если вам нравится не работать, то переезжайте. А здесь трудно замуж быть. Там будет легче замужем быть. Работать тяжелее. Здесь легче работать, тяжелее замуж. Только моя проблема, то есть насчет работы. И когда я к нему приеду, у него будут тоже проблемы с финансовой сферой. То есть поэтому все это немножко сейчас тянется, потому что он говорит, нет, когда вы приедете к нему, у него лучше будет с работы. У него лучше, у вас хуже. Я вам уже сказал, в каком смысле. Вам будет трудно устроиться, а если устроитесь, будет трудно работать. Я не знаю, какой будет барьер, но я вижу, так работает ваша судьба. Ну, а человек, он хороший. То есть, он подходит. Мы хорошие, я как бы создал такой проект, называется «Живем вместе с Олегом Геннадьевичем». То есть это означает, что вам не надо думать вообще, как вам жить, как бы, знакомиться, не знакомиться. Просто, все время меня спрашиваете, я буду на связи 24 часа в сутки. Я решил не есть, не спать, буду все время
отвечать на ваши вопросы. Если у вас какой-то вопрос возникает, думать не надо. Надо меня просто спрашивать. Да, хороший, это я вас спрашиваю. Хороший человек или нет? Хороший. Но... Вот в этом вся проблема. Поэтому узнавайте. Он не такой, как вы. Он из Америки. Там люди другие. Они более конкретные, более четкие, более, может быть, прагматичные. Он может принять решение, которое вам не понравится. И с ним вам придется жить. Понимаете, там более жесткий стиль, так сказать. В Европе более жесткий стиль людей, чем в России. Ну, люди более здесь чувствительные, мягкие, но у них как бы ну, стиль более жесткий, более серьезный, так сказать, жизни. Я занимаюсь. Но в Америке там немножко другое. Там люди немножко отшибленные друг от друга. Они улыбаются друг другу. Но им тяжело быть вместе. Там как бы такая энергетика. Но людям тяжело быть вместе. Кто из вас жил в Америке? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Нет? А? Хорошие люди, но трудно сойтись, трудно создать семью. Разве не так? У меня опыт другой. А? У меня другой. Возможно. А у вас кто еще поднял? Сейчас мы поизучаем. Вы понимали? А у вас какой опыт? У меня со Словакией опыт не очень хороший. Не очень хороший? Нет. Да, там у вас тяжелая судьба. С Америкой? С Америкой первые 2 года хорошие, потом 2 года, 2 года, 2 года. А где вы где жили? В Калифорнии. Ну, вам там подходит. Там кету очень сильно влияет. Кету – это такая планета, которая разъединяет людей. Ну, то есть человек хочет свободы, ему тяжело с кем-то быть вместе. Люди более свободолюбивы. Ну, как бы, я вам говорю, вам там нормально будет личная жизнь. Я не говорю, что плохо. Это все индивидуально. Но насчет работы, к сожалению, не могу сказать. Главное, чтобы любовь была и гармония. Все, вы выбираете любовь, значит. Да, нормально, хорошо. Спасибо. Давайте, да, девушка ваша. Спасибо большое. У меня очень хороший муж. Просто идеальный для меня, дает мне больше, чем мне нужно. Не унижайтесь перед ним, будьте достойны. Он переворачивается совсем другого человека и забирает у меня все, что он мне дал. Значит, уже поздно и совет вам дал. Все, он вас бросил? Он сейчас со мной с марта разводится. Вы унизились перед ним, плясали на задних лапках. Человек, никогда ни один человек не будет оставлять рядом с собой человека, который слишком сильно вот... Как бы, понимаете, то есть если ты считаешь его супер хорошим, там все вот на задних лапках прыгаешь перед ним, он начинает гордиться сначала собой, потом начинает цинично себя вести. Он еще пытается как-то то ли достроить, то ли я не знаю. Достроить, что достроить? Он разводится или не разводится? Я могу вам точно сказать, что если вы в молитве обретете чувство собственного достоинства, сами станете самодостаточной внутренней, он не разведется с вами. Вы унизились в отношении, теряете себя в отношении. Вот такая. Нужно... Женщина красивая, когда она самодостаточная. Если она вот такая, то она никому не нужна вообще. Нужно быть красивой, сильной. Вы немножко потеряетесь в этих отношениях. Перестаньте зависеть от человека. Станьте сильной внутри. И тогда он почувствует от вас счастье.
Он сильная личность такой, да? Такой. Он очень сильно впадает в ярость, потом сливает меня, как человек своего России. Потому что он сливает, потому что вы позволяете. Я вам говорю о том, что не надо думать, что человек плохой, надо понять, что в тебе не так. Если ты позволяешь человеку что-то делать, то он таким становится. Женщина — это благословляющая сила. Что позволила, то и получила. Меняйтесь. Этому человеку нужен воспитательный процесс, но сначала нужно его принять как личность, понять, как с ним себя вести. Вы прогибаетесь перед ним, теряете себя. Вам надо стать наравне с ним, равной с ним. Вы как младшая, понимаете? Мужчине не дочка нужна, а жена. Вы как дочка себя ведете, как младшая, слабая позиция в отношении. Вот, уже лучше на меня смотрите, сильнее, будьте сильнее, антисильной. Господь поддерживает людей. Если человек верит в Бога, он обретает силу. Бог дает человеку свободу от неправильного представления о нем других людей. Надо стать самодостаточным, достойным человеком. Если человек на тебя давит, он плохо о тебя думает, отстранись от него. Не позволяй с собой себя вести грубо. Если грубить, есть два варианта. Или ты близко строишь отношения и унижаешься, потому что он на тебя залез, на твое достоинство, давит тебя вниз. Или ты отстранилась и ведешь себя достойно. Он хочет, чтобы ты унижалась, была униженной, а ты не хочешь. Но ты при этом ничего против ему не имеешь, просто немножко на дистанцию находишься. И показываешь, что ты самодостаточный человек. И он, в конце концов, примет тебя такой, какой ты есть. Не будет как бы тебя давить дальше. Это как проверка, как испытание. Женщина, которая унижена, она теряет красоту сразу. Вот унизилась, красоты нет, все. Человек не будет видеть твою красоту, если ты унижена. Невозможно. Женщина видит красоту, если она самодостаточная, сильная внутри. Если она унизилась, все, нет красоты. Нет красоты, нет смысла жить. Мужчине нужна красота. Через энергию красоты идет любовь. Если вы унизились, нет красоты, все. Собачки с поджатым хвостом никто на рынке не покупает. Всех пушистых, таких радостных. Я даю вам сравнение, чтобы вам легче было. Спрашивайте. Можно мальчик спросить? Вы для нее подняли? Нет, для себя. Тогда вы спрашиваете. Ну, в общем, мы тоже идем и собираемся ехать на зуб. И хотим ребенка там в школу отдать, и девочку тоже в школу. Ну, а климат вы пробовали там летом жить? Ну, были там. Ну, климат можно там уезжать. Что можно? Уезжать. Ну, что, когда уезжать? Ну, на полгода? Вы понимаете, там климат. То есть там влажность зашкаливает. Начиная с апреля и заканчивая сентябрем. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6 месяцев в году. Что, не будет там жить? Ну, будем. Ну, там мы приезжали, мы разговаривали, говорят, что нормально. Но у нас там точно... Нормально, всем по-разному. Не столько цель. Мы не видим просто будущего для наших детей. Ну, вы хотите жить в сообществе вайшнавов. Да. Но это разный вариант. Вот здесь тоже есть сообщество вайшнавов. Мы пытались, но пока нет. И можно купить дом рядом, приезжать просто. Что? Тут Гурукулы нет. Я хочу, чтобы он Гурукулы учился. А вы изучали, что там за Гурукулы? Да, да. Это там жесть просто. Там. Ну и что, нормально вашему ребенку? Ну, там сначала его приводить можно, там не сразу уберешь. Несколько лет водишь. Не знаю, я как бы сколько не спрашивал, у всех опыт такой не очень. Ну, то есть жизнь просто жестко очень. А школа там, паблик школ, там она такая. Ну, можно тоже ходить. Но в любом случае лучше, чем в Антверпене.
У меня просто вопрос по поводу финансирования. Сейчас решаем финансовый вопрос. Мне кажется, у вас решится этот вопрос. Ну, там не так сложно жить, там можно перебираться, там легче жить. В основном можно этим людям доверять, которые не могут сейчас деньги туда вложить? Нет, нельзя. Нельзя ли? Не правда? Потеряйте деньги полностью. Все. Пустота. Точно? Точно. Вау. Как куда вы хотите вложить? Что? Ну там, там просто нормальный такой человек, он, у него два отеля в Сочи. Человек-то нормальный, просто у него сейчас начинается плохой период через полгода, который будет сильно забирать у него деньги. И он нормальный, но ваши деньги съест его плохая судьба. То есть он хочет нам взять, потом отдавать по кредиту процентам. Что не получится. Не получится. Не потому что он не хочет, он не сможет отдавать вам. Не сможет. Что делать? Понять, что освобождение не такая простая штука. Вы хотите освобождение получить в этом мире. Будьте осторожны, Господь вас сейчас за нас берет. Вы хотите жить за чужой счет, не работая. Это неправильное мышление. С этим человеком у вас будет прокол. 100%. Я вижу пустоту в вашей жизни. Я не вижу, что там поездка туда будет плохой. Видно, Бог вам дал возможность со мной поговорить. Вот если вы сделаете так, как я сказал, у вас не будет проколов. Ну, надо как-то по-другому решать этот вопрос с деньгами. То есть с тем бизнесменом, с которым мы сейчас хотим делать, не делать. По-другому начинать. Можно тоже через него или лучше не через него вообще забыть его? А что значит через него? Что вы имеете в виду? Ну, у него как бы там нормально все, у него там новый миллионер. Сейчас нормально. Вы можете с ним работать через год. Через год. Если через год будет нормально, значит тогда я ошибся. Окей. Потому что я вижу, что через полгода у него начнутся проблемы. Реальные проблемы. Через 8 месяцев можно? Но вы должны знать, он может скрыть от вас это. У него уже сейчас начинаются проблемы. Он просто вы об этом не знаете. Он уже сейчас имеет проблемы. И это проблемы с властями. Какие-то проблемы с властями, которые ему, на него наложат какие-то запреты. Я не знаю, что произойдет, но он реально влетит. То есть у него возможность делать бизнес будет очень сильно, ну, попрана. А покупать недвижимость, например, в Сочи можно? Да, вот это хорошая идея. Покупать недвижимость и сдавать – это супер для вас идея. Очень хорошая. Можно там с ним можно договориться, чтобы он через него помог купить дом там? Зачем обязательно через него? Через него. У меня есть одна знакомая в Сочи, риэлтор, крутая риэлтор. Она может какой-то процент с вас возьмет? Берет. Она преданная? Берет, конечно. Но... Она вам может купить в Сочи спокойную недвижимость вообще, без проблем. Я могу дать данные, координаты, ее работу. Спасибо. А как попасть на этот? Я труднодоступный человек. Может, на бумажке написано? Можно только, если вы будете повторять святое имя Господа, тогда я к вам буду приближен. Ну, на организаторы, подойдете к ним, я вам через них дам. Я могу сейчас дать телефон. А у вас есть полочка, может быть? Ну, подойдите ко мне сюда. Thank you.
есть куча трат на именно дома. Как же ее зовут-то? Лакшми, по-моему. А, ну-ка, Лакшми. Лакшми. Скажите от меня. Спасибо большое. Ольга еще по-другому может. Ольга. Ольга? Она риэлтор там, причем такого высокого уровня, она вам хоть пансионат продаст. Спасибо большое. Сегодня будем об этом говорить, об отношениях. Поговорим, это сложная тема, мы будем изучать. Ну, вы спроси. Я? Да. Я бы огромное желание. Очень хочется ретрит, молитвенный ретрит. Хотя бы завтра будет ретрит. Три дня, ну да, один час. Три дня хотите? Молитвенный ретрит будет в субботу-воскресенье у нас, 17 августа, будет 2 дня, по 3 часа дистанционно. Пожалуйста. На фестивале «Благость» куча молитвенных ретритов, то есть там будет 2 ретрита для «Я желаю всем счастья» на фестивале «Благость» и 3 раза я провожу для вайшнавов, ну там по утрам. Благость. Там на фестивале люди, которые находятся, они получают такую возможность. Второй вопрос у меня по личным отношениям. Я 8 лет с одним парнем, дружим, встречаемся. И неделю назад я ему говорила, что у него параллельные отношения. Ну понятно, потому что встречаться 8 лет, это что за жизнь? Поставьте на пол, значит. Ну, значит, еще надо расставаться. Ну, а что делать? Это не жизнь. Ну, вы спросите рядом. Здравствуйте. Я замужем, мы живем втроем с сыном мужа первого брака. Я их очень люблю, этот сын такой. Но я хочу общего ребенка, а муж не хочет. Ну, согласно ведам, надо сильно любить мужа, заботиться о нем, чтобы он оттаял и захотел. Ну, то есть для вас это возможно. Можете его ломать. Если будете к этому стремиться, то он может согласиться. Где правильно? Да, видите, вот это Европа, понимаете? Здесь очень медленно все происходит. Медленно, потому что так и ответу. Я не знаю, где здесь грань. Ну, то есть, может быть, 3 года ставить к сроку. Ну, долго надо, ну, люди боятся там друг друга. Осторожничают очень. 3 года, может. А? Сама боюсь, ну, что меня спрашивают? Ну, вот поэтому Европа, то есть надо приближаться друг к другу потихоньку, создавать отношения. Здесь такая энергетика, здесь все люди все осторожничают, они не могут быстро принимать решения. Все медленно происходит. В России за 5 минут женится. Через 5 минут разводится. Ну, это здесь другая энергетика, там люди быстрее все делают, решают.
А здесь все осторожничают, как бы, так вот. Как зовут человека? Ну, у него такая судьба, ему очень тяжело жениться. Он такой интеллектуал. Думает все время. Все взвешивает, размеряет. Как бы. Ну, душите. Я могу очень сильно задушить. Да, он надо очень сильно задушить, значит. Он не убежит, надо его просто вот привязывать. И он женится, когда он сдастся. То есть он как бы. Он сам решение принимать не будет. Это вы его как бы вот доведете как бы уже до ЗАГСа, когда его он распишется. Ради вас. Он такой человек, он сам не будет жениться. Ну а если вы захотите, он добрый человек. Уступчивый, но осторожный очень. Но он все равно по природе уступчивый. Он не категоричный, понимаете? Он может молчать, как бы. Ну, то есть надо его дотягивать, доводить. То есть мне тогда продолжать дотягивать? Здесь нет вариантов, здесь все одно и то же, вот как Европа. Понимаете, все люди осторожные, они создают медленно отношения. А если создают быстро здесь отношения, то это еще хуже. Это значит, что эти люди ненадежные вообще. Давайте сзади тоже, вот девушка там вот сзади. Вы, да. Будьте счастливы. Извините, пожалуйста. У меня была чуть похожая ситуация, когда мы с моим мужем уже встречаемся 15 лет и чуть больше. С мужем или с парнем? Ну, мы были женаты, мы с ним встретились на Украине, приехали за мной. На Украине женились, потом приехали сюда, начали встречаться, да? Нет, мы встречались, а потом мы поженились. Потом 3 года пожили, и потом он попросил меня пожить отдельно. И мы таким образом жили отдельно в семье. Знаете, потом он со мной развелся. Вот, и потом мы дальше с ним встречаемся, а снова дальше уже, я думаю, может, не стыдно говорить, потому что ему уже 12 лет. И я его прошу, чтобы он не женился, или чтобы жили мы вместе. Я, наверное, делаю что-то не так, потому что я думаю, да. А он что, вы просите? А он говорит, да, иногда говорит, что я еще не готов. Лет через 20-30 еще будет уже готов. Готов. А пока он еще не готов. Молитесь Богу. Это судьба так действует. Судьба здесь такая судьба, что людям легко как бы с работой все ладится, но трудно в личной жизни. Так устроена природа жизни здесь, понимаете, в Европе. В России, наоборот, с работой тяжело, с личной жизнью как бы. Ну, там легче сойтись, тяжелее жить. Здесь легче жить, тяжелее сойтись. Ну, то есть... Может, я жить на Украине уже? Может, домой возвращаться? На Украине? Я бы не советовал вам сейчас туда возвращаться. Потому что надо знать, чтобы там политическая ситуация решилась сначала. Что-то все очень неустойчиво там сейчас. Непонятно, что будет дальше. Нужно, чтобы какая-то стабильность появилась. Хотя бы один правитель, который устойчиво начал управлять. И тогда можно думать уже там, возвращаться или нет. А с этим мужчиной мне продолжать встречаться, чтобы он на них не реагирует, на мою сторону. Чего не реагирует? Не реагирует на мою сторону. Да не надо ему слово, надо молиться, понимаете? Есть такое понятие «победа над судьбой». Это человек отстраивает вашу судьбу. У нас еще была проблема, мы были беременны, но не родили. Это здоровый образ жизни, вам надо понять, что у вас все, у вас не хватает энергии для зачатия. Ну, у нас с ним даже, не простите, пожалуйста, нам, мне надоело его сердце.
семья, и он как бы не решился. Ну, надо еще раз попробовать зачать, значит. На него можно рассчитывать, да? Вот смотрите, если бы вы жили на Украине, вы могли выйти замуж за другого человека. Когда вы живете здесь, вам надо отдушить этого. Поймите такую вещь просто, что когда человек уезжает в Европу, в Америке это еще сильнее выражено, но за редким исключением. Что человек уезжает в Европу, у него экономически становится лучше, а в личной жизни хуже. Ну, то есть так действует судьба. Чем восточнее человек едет, восточнее и южнее вообще на этой земле, тем личная жизнь может быть лучше, с работой тяжелее. Чем западнее, тем наоборот, понимаете, с личной жизнью хуже, с работой лучше. Вы понимаете, это общий принцип такой, энергетика, как действуют судьбы. Понимаете, если поехать, допустим, куда-нибудь там в Италию, дальше там в Индию, то там с личной жизнью лучше становится, с работой хуже. Понимаете, то есть туда ближе к югу и востоку. Юг и восток. Ну, как бы Италия же это не восток, это запад. Там примерно такие же принципы работают. Но так как южнее, уже люди более мягко себя ведут, эмоционально. То есть сходиться легче. Но жить все равно тяжелее, то есть, потому что это Европа. Понимаете? А если севернее, так вообще и сходиться тяжело, и жить тяжело вместе. Если там Англия, допустим, там... Финляндия, там дальше. Ну, то есть, исходиться тяжело и жить тяжело. В Италии исходиться легко, жить тяжело. А, допустим, в Индии, ну, туда дальше, южнее и восточнее, да? В Индии исходиться легко и жить легко, работать тяжело. В этом мире не бывает легко... Никому. Вы все выбрали работу, вы все выбрали материальное процветание. Запад, если русские люди уезжают на Запад, они, значит, выбирают материальное процветание. Это значит, что будет семейной жизнью тяжелее у всех. Если вы хотите знать, я вам расскажу, как это действует. Дальше человек выбирает Восток, у него усиливается духовность. Уменьшаются финансы и улучшается личная жизнь. Если он выбирает Запад, улучшаются финансы, ухудшается личная жизнь и духовность. Ну, духовность как бы может и не ухудшиться. Но личная жизнь... Ну, то есть Запад означает материальное процветание. Восток означает духовное процветание. Когда человек выбирает юг, у него увеличиваются эмоции в жизни, счастье увеличивается, ухудшается здоровье, сокращается продолжительность жизни, может сократиться. Вот. У него увеличивается эмоциональность в отношениях, но ухудшается стабильность. Если человек выбирает север, у него увеличивается стабильность, уменьшается эмоциональность, уменьшается счастье. Понимаете? В этом мире нет, чтобы все вместе, понимаете, нет такого места. То есть вы выбрали материальное процветание. Означает, работы больше, работа лучше, с семьей тяжелее. А если это не Ну, не имеет значения, вот так ваша судьба складывается. Но это не касается всех. Поднимите руку, у кого в личной жизни нормально. А с работой нет? Значит, значит, у вас здесь нормально все в жизни. Ну, то есть я говорю о том, что трудности такие могут быть. То есть, если их нет, значит, нормально, и живите спокойно, ничего такого нет. Понимаете? Просто я говорю о тенденциях, о том, что происходит. Ну, допустим, у вас сейчас личная жизнь нормальная. Западнее не надо переезжать жить. Еще западнее не надо, потому что это может привести к уже, что будет не совсем нормальная личная жизнь. Если вы где-то баланс нашли, то хорошо, так и живите.
Мы закончили, да? Я не знаю. Вообще, я хотела поблагодарить за возможность. Я считаю, что здесь вам надо с ним продолжать и как бы углублять. Ну, вам поможет только Бог. У вас препятствие стоит чисто по судьбе. Но пробить этого человека очень сложно, потому что он боится всего, он осторожничает. Понимаете? Ну, надо просто помолиться сильно Богу и пробить судьбу. И его сломает. Или он вообще отойдет от вас, отвалится, и перестанет мучить, и Бог другого даст. Поймите, вы садитесь. Вот, мои дорогие друзья. У вас есть одна проблема, вернее, у всех людей на земле есть одна проблема. Они часто думают, что человек виноват. Они на человека как бы списывают свою жизнь. Понимаете, человек не виноват, так действует судьба. И когда человек повторяет молитву, что вот вы думаете, я вас сюда пригласил? Вы посмотрите на тех людей, которые молятся, они погружены. У них, может быть, внешне они не такие развитые, но зато они сердцем развитые. То есть они молятся, у них стабильная личная жизнь, стабильная в жизни, все классно. Потому что они пробивают судьбу с помощью молитвы. Удачи становится больше в жизни. Есть две категории людей. Одни своим трудом, своей силой пытаются пробить жизнь. И это все дается очень тяжело. Иногда и непреодолимая судьба, как у вас. Вы не можете своими силами вам создать семью. Вам нужно молиться, и чтобы вот эту стенку растопить. Человек не виноват, понимаете? Просто у вас так действует ваша судьба. Вам надо эту стенку растопить. Если вы на Украину уезжаете, то там вы быстро найдете себе человека, быстро выйдете замуж. Но там не будет такой устойчивости материально, будет больше бедности. Простите, пожалуйста. Это нормально, вы женщина. Потом вспомните со временем. Я вас еще раз спрошу. Ваш вопрос? Да? Да. Садитесь. У меня личная жизнь, слава Богу, все хорошо? Ну? Нет, нету, но... Тогда что спрашиваете, вопрос тогда? Я хотела спросить насчет своих родителей. У меня холодные отношения с родителями. Вот. И я, может даже подтвердить, что мы задаем себе их гости, но они всегда всячески пытаются найти какие-то там, я не знаю. Ну, вот это такие, это тоже вот это результат западного влияния. Где-то в личной жизни прокол. Или с близкими, или с родителями. Ну, то есть ничего вы не сделаете, а холод между вами. Понимаете, холод. Если посмотреть на почему, то они просто зашорены. Телевизоры, понимаете, то есть они инертные очень. То есть им тяжело себя сдвинуть с места. Вот если вы к ним приедете, все будет нормально, они вас встретят. Все классно, но их куда-то вытащить очень сложно, потому что они замерзли в этой жизни. Люди в Европе замерзают, понимаете? То есть они работа-дом, человек замерзает. То есть он становится инертным. Ему тяжело дружить, тяжело общаться, тяжело... Ну, понимаете, да, о чем мы говорим? Тяжело вытаскивать себя куда-то. Люди как бы замерзают вот в такой жизни, и они как бы... Не видят друг друга, не слышат друг друга. У меня вот, допустим, 4 сестры, а одна сестра вот буквально в Лондоне, там они, наверное, 2-3 раза в неделю, да, чтобы сказать, одна сестра за 100 километров живет, они туда тоже часто едут. Рядышком живет, просто я уже спрашивала, может, вот, что-то, но да. Что не так, судьба такая? Вот между вами холод, то есть я так вижу, судьба так действует. Понимаете, что есть судьба? Я понимаю, да. Просто родители с родителями. Молитесь за них. Можно на расстоянии любить людей. Но нет между вами близости. Ну, что-то вот дистанция какая-то. По судьбе так есть ваша судьба. А если это складывается как-то... Причем с отцом у вас лучше, дистанция меньше, а с матерью больше. Просто это сказывается, потому что сказал, сказывается на моем здоровье. Есть причина, почему складывается на вашем здоровье. Потому что вы хотите наслаждаться отношениями с родителями. Вы хотите больше, чем положено, поэтому страдаете. Желайте им счастья на расстоянии, подарочки дарите.
если хотите победить судьбу, есть имя Бога, завтра будем молиться, вот побеждает судьбу. Если будете 2 часа в день молиться вот так интенсивно, как завтра, то через 4 месяца пойдет сближение. Хотите побеждать — побеждайте. Это просто решается только с помощью молитвы. Это не решается никакими другими способами. Вы не сможете их заставить с собой дружить. Вот если ваша судьба будет побеждена, будет мягче, но так, чтобы сильно близко друг к другу, вы не будете все равно. Будет полегче, будет дистанции меньше, но сильно близко не сможете. Мне, в принципе, просто уже было как-то... Я привыкла, скажем, к тому, я уже мужу говорю, ну, хотя бы надо, да, я все равно периодически звоню, спрашиваю, как... Ну, вот это так, нормально. Как бы, ну, не хотят, не надо, да? Да. Я куда не вижу, я не... Они не хотят, так действует ваша судьба. Ну, будешь знать. Что будешь знать? У него так судьба не действует. У него все нормально, у него так бывает. Что ему знать? Это с матерью ваша проблема. Даже не с отцом, с матерью. Она очень категоричный человек, и вы очень категоричный человек. У нее есть определенные правила, принципы, которые она хочет, чтобы все соблюдали вокруг. Но вы живете, как вы считаете нужным, и так всегда жили. Поэтому ей с вами не тяжело, поэтому она к вам ездит. Конечно. Все вот так. Если вы будете мягче с ней, а вам это очень трудно сделать, тогда она смягчится тоже. Но она вам уступать никогда не будет, потому что она мать. Вы должны уступать, вы должны уступать. Но вы не будете уступать. У вас есть свое мнение, вы даже мужу не уступаете. Ну, мягкий человек, он философски настроен, он может вас посмотреть, потерпеть, как бы не обращать внимания. А она не философски настроена. Она вас обижается и подолгу. Ваше право. Видите, как я все ей рассказал, право сразу залыбалось, все хорошо стало. Если вы будете молиться, то вы сможете эту палку преодолеть. Только молитву.